Анапскому филиалу Московского педагогического государственного университета удается год за годом сохранять позицию лидера по качеству приема в Краснодарском крае. И этот год не стал исключением. Конечно, приемная кампания 2020 существенно отличается от предыдущих, но приемная комиссия университета, как и всегда, строго придерживается нормативно-правовой базы при организации приема абитуриентов. Ну, во-первых, ура! Приемная кампания 2020 началась. Мы этому, несомненно, очень рады. И то, что сегодня она приходит в каком-то необычном режиме или в сочетании необычных режимов, нас не пугает и не огорчает. Мир меняется, мы меняемся, все становится более современное, более информатизированное. Поэтому то, что сегодня приемная кампания в таком формате, мне кажется, даже очень хорошо. Для молодежи нашей, которая современная, сегодня не проблема дистанционно подать нам документы. Для тех, для кого это проблема, или он хочет лично прийти в приемную кампанию, мы готовы принять и лично, обеспечив все условия личной безопасности. Поэтому мы ждем своих абитуриентов. Мы рады, что уже сегодня она началась активно. В первые же дни показала, что ждали выпускники открытия приемной комиссии. В первый день к нам пришло 50 человек. Подали свои документы и дистанционно, и лично. Поэтому мы уверены, что в этом году, несмотря ни на что, те, кто хотел поступить, поступят. Выбор профессии – важный шаг в жизни человека. Анапский филиал предлагает получить высшее образование, среднепрофессиональное и дополнительное образование. В этом году в филиале есть более 150 бюджетных мест. Все, кто хотел осуществить свои мечты на будущее, осуществят. Мы ждем и девятиклассников, которые в этом году закончили 9 классов. Приходите, у нас бюджетные места, у нас прекрасные, великолепные направления. Вот, как говорится, на любой вкус. Высшее образование, 11-классники, все, кто думает поступить, они сдают ЕГЭ. Мы желаем сдать хорошо ЕГЭ и ждем вас. Есть у нас еще целевая аудитория, те, кто закончил школу раньше или закончил техникум, колледж и желает получить высшее образование. Мы тоже таких ждем. Ребят, девушек, пожалуйста, приходите. Даже если вы уже, ну, как вам кажется, в серьезном возрасте и думаете, надо ли поступать или можно ли поступить? Можно. Образование и обучение все возрасты покорны, поэтому приходите и поступайте. Мы сегодня прям вот ждем наших прекрасных абитуриентов. Анапский филиал МПГУ наряду с ведущими вузами страны активно работает в дистанционном формате. И несмотря на то, что это новая форма обучения для филиала, он смог в кратчайшие сроки реализовать данную форму, о чем свидетельствует эффективное обучение студентов, не прерывающееся в период пандемии. Наш сайт, информация очень актуальная, любые соцсети – и, конечно же, наши телефоны, и мобильный телефон, и такой телефон, и двери нашего филиала, как это видно, открыты. Приходите, узнавайте. Вот все, кто сегодня думает о том, чтобы продолжить образование, получить образование, на мой взгляд, до них созданы все условия. Анапский филиал МПГУ прям ждет вас и создает для вас лучшие условия для обучения в городе Анапа. Пандемия и режим самоизоляции привели к настоящему буму в сфере онлайн-образования. Спрос на дистанционные курсы резко взлетел. Не остался в стороне и анапский филиал МПГУ. В рамках приемной кампании он проводит в Инстаграм бесплатные онлайн-курсы для сдачи внутренних экзаменов, на которые записаны более 400 человек. Они продлятся до 30 июня. Занятия проводят кандидаты и доктора наук. Стоит отметить, что онлайн-курсы позволяют экономить время и показать хороший результат при сдаче внутренних экзаменов. Когда вот эта ситуация была с дистанционным обучением и так далее, мы подумали, что необходимо организовать бесплатные дистанционные курсы для наших выпускников, для наших абитуриентов. И мы это сделали. И в течение месяца эти курсы шли в прямом эфире. Потом, если кто не посмотрел в прямом эфире, они были записаны. И, насколько я знаю, в Анапе это пользовалось очень широким спросом. Мы благодарны нашим преподавателям, кто работал на этих курсах, и всем, кто отреагировал на эти курсы. На мой взгляд, затея удалась, и в следующем году однозначно мы будем эти курсы тоже проводить. Назвать анапский филиал Московского педагогического государственного университета своей «Альма-Матер» мечтают многие. И это неудивительно, ведь уже более 20 лет анапский филиал выпускает специалистов по разным направлениям подготовки – экономика и управление, дизайн и изобразительное искусство, психолога, педагогическое образование и не только. Количество специальностей, которые можно здесь
получить, действительно впечатляет. С правилами подачи документов в дистанционном формате вы можете ознакомиться на сайте филиала или по телефону 8 961 852 25 95, а также в социальных сетях. Потому что учится подружка у нее в этом филиале, и очень хорошее мнение у нее о педагогическом образовании. И решила тоже поступить сюда. Я слышала много положительных отзывов об этом учебном заведении, и меня заинтересовало, и решила подать сюда документы. Я выбрала профессию преподавателя начальных классов, потому что я очень люблю детей. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.